Будете ли вы готовить автомобиль к зиме? Рассказать о такой для многих щепетильной теме сегодня мы предложили подписчикам телекомпании «Ветта» во ВКонтакте. По результатам опроса видим, что 65% респондентов сентябрьские перепады температуры напугали, и о железном коне они решили позаботиться заранее. 15% отметили, что с новыми ценами на автотовары подготовка к зимнему сезону выглядит невозможной. Лишь 5% считают, что зимой дешевле ездить на общественном транспорте. А вот что люди говорят на улицах города. Конечно, будем, обязательно. Автомобиль нужно специальным образом подготовить к зиме. Цены на продукцию вот вас не смущают? Сейчас они поднимаются стремительно. Ну, на самом деле уже рынок стабилизировался, цены немножко откатились назад, поэтому в принципе приемлемо. На автомобиль вообще нужен в зимний период? Для чего используете? Я каждый день езжу на машине. То есть на работу, с работы, по делам. Обязательно. Стартовала у вас подготовка? Еще весной, когда началась операция, когда цены начали подрастать на все, я решил, что надо делать. Сегодня что можете сказать? Верное решение было? Конечно, несомненно. Я еще успел по таким ценам нормальным купить и резину, и диски, так что успел. Вообще в зимний период для чего автомобиль используете? Ну, я каждый день его использую. Я живу за городом, мне приходится каждый день именно машину использовать. И по работе, и бытовых нуждах. Постоянно, каждый день. Не особо. Пока еще не стартовали или вообще не планируете? Ну, пока не планирую, пока первый снег не выпадет. Ну, резину только поменять. По большому счету машина новая. Готовить мне нечего. А готовить нечего. А цены не пугают вас? Вот, скажем так, новые цены, которые у нас устанавливаются. Ну, зимняя резина уже куплена. Слава богу, еще в начале февраля. Так что пока тфу-тфу-тфу. Ну, а в зимний период все-таки для чего автомобиль используете? Для личных нужд, на работу, с работы, ребенка забрать, из садика, в школу. То есть постоянно он у вас используется? Да. Постоянно нужно что-то еще докупать будет зимой? Да, вряд ли. Стекломывайка, я думаю, что если она стоила рублей 100, ну, может, 200 будет стоить. Слава богу, она не так часто нужна. Поэтому тоже, надеюсь, не накладно будет. А больше, ну, не знаю. Властям, наверное, больше проблемы закупать антигололедные средства, подорожавшие. Да. Когда стартовала у вас подготовка? Где-то, ну, месяц назад. Месяц назад? Да. Почему решили так поторопиться? Ну, в связи с ростом цен заранее заказал запчасти, масло. Насколько она ощущается для вас? Можете сказать? Ну, ощутимее, чем прошлый год.